как подготовиться к любому международному экзамену по любому языку в кратчайшие сроки. Во-первых, самое первое и самое важное, нужно определить свой уровень, какой у тебя сейчас уровень. Есть огромное количество тестов в интернете, которые ты можешь пройти бесплатно и понять, где ты сейчас находишься. Во-вторых, нужно очень хорошо разобраться в формате. Формат — это самое главное. Для этого ты можешь прочитать несколько тестов этого формата и также, конечно же, посмотреть критерии оценивания. Следующий момент — нужно составить обязательно очень подробный план, как ты будешь учиться. Здесь нужно держать все в балансе, то есть часть аудирования, часть говорения, часть письмо и часть чтения. Это здорово и хорошо смотреть сериалы, это здорово и хорошо читать книги, но международные экзамены — это про другой формат. Поэтому здесь нужно читать статьи, здесь нужно слушать подкасты, новости и так далее. Как минимум 2-3 теста в неделю надо решать, но лучше больше. Устную часть лучше всего практиковать с носителем языка и, конечно же, обязательно успевать по таймингу. Также я подготовила для тебя методичку по подготовке к международному экзамену IELTS. Чтобы ее получить, нужно прокомментировать это видео, а также 5 моих последних видео, и затем скинуть принтскрин мне в личку, и я тебе обязательно вышлю эту подробнейшую методичку, как подготовиться к международному экзамену по английскому языку IELTS. Там есть все нужные ресурсы. Ну а по остальным языкам у меня есть бесплатные практикумы, которые ты найдешь по ссылочке в шапке профиля.